Доброе утро. Сегодня у нас хотите верьте, хотите нет, 18 апреля 2017 года. У нас впервые такое. Я просто охеревшая. То есть в наших деревьях уже есть были листики. И вот теперь куча снега. Оно все нафиг перемерзло. Опять вот это грёбаные вот эти дороги. Фу, я, если честно, в шоке. Мы уже попереобувались чуть ли не в летнее, весеннее. Ох, и вот такая жопа. У нас даже дома отключили отопление. Нет горячей воды. И вот такая херня у нас со вчерашнего дня случилась. Я в шоке, если честно. Да. У нас такое в Украине впервые. А я еще хотела на этой неделе сделать фотосессию в цветущих вишневых садах. Ага, приехали. Блин, я в шоке просто. Просто в шоке. Уже было тепло. Я уже и термос купила. Понимаете, чтобы путешествовать пищевой. Думаю, тепло, тепло. И тут такая жопа. Просто жопа. Капец просто, у нас такое впервые.